Что, с Россией есть приезжие? Ну что, русские, блядь? Казахский изучаете уже? Правильно говорить «тенге», а не «тенге». Это все равно, что 200 рублей. Да? Как ситуация поменялась? Лет 10 назад, когда в Москве, когда в Москву приезжали рабочие со Средней Азии, русские так сидели. Это кто там? Куркулбек, блядь? Кто это ко мне в такси приехал? Куркуркултул, куркул, 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 блядь, что ли, ёбаный, блядь. Все такие, ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала. Вот эти ваши лошадки, конечно, Гамарджоба, блядь.